Всем приветушки, ребятушки. И сегодня я решил проверить, что будет. Да ну нафиг, чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Сегодня я решил проверить, что будет, если телепортировать родителей в дом фишмена. Ну или рыбного человека. Я скачал читы для ролика. Смотрите. Сейчас мы идем к этому фишмену, ищем его дом. Где-то озеро должно быть. Я на этом озере, а вот его дом где-то тут. А, вот, я его вижу. Давайте к нему сейчас подлетим быстро. Подождите. Он идет. Смотрите. Смотрите, вот это рожа. Эти какие-то лапы. Так, чтобы смотрите, давайте мы сейчас зайдем к нему домой. Вот его дом. И с помощью читов мы добавим телепорт. Так, папа, давайте что-то там говорит. Давайте. Фишмен. Ну или как там правильно, короче, не знаю. Давайте создаем чекпоинт. Теперь этот чекпоинт выбираем и напишем мама. Давай же телепортировать к чекпоинту. А где мама? Так, и давайте еще и папа. Они тут-то! Они Послышалось, что ли? Смотрите. Ну! Чего? Это что сейчас было? Как мама открыла дверь? А? Что это было? Я не понял. Так, надо пойти полить цветы. Чего? Вы это видите или я один это вижу? Она открыла дверь? Куда? Она что, пешком сейчас пойдет? Пойдет к дому? А маме пофиг, что ли? А ё-моё, реклама! Мама меня не видит. Полетели домой. Вы только что видели, как она открыла дверь. Интересно, что Катя будет делать? Так, все, мы одни дома, получается. Пока мамы нет, мы можем залететь домой. На кухню. И можно поесть арбузика. Будем хомячить. Еще вот смотрите. Что найдем, то и схомячим. И что, мать бесит. Я хочу кое-что еще сделать. Смотрите. Давайте кухню. Где я убежал все-таки? Ну я убежал в кухню, я не знаю, я дома. Давайте попробуем собаку телепортировать. Только давайте ее телепортируем на кухню. Интересно, а если поставить собаку здесь? Интересно, что будет? Наверное, собака будет вместо мамы готовить. Давай без читов попробуй. Смотрите, кто это говорит? Все, собака готовит, смотрите. Это нереальное зрелище. Можно вот так на превьюшку поставить. Просто так на превью поставить. Как раз. Прикол. Опа, что-то батюшка написали. Пойду гляну, что там написано. Ах ты, паразит! Если я буду передвигаться с этим, то родители меня не услышат. Интересно, он пешком будет добираться или как? Давайте попробуем телек отключить. Походу послышал. А? Что происходит? Подождите, что происходит? Давайте к ним слетаем. Вот зараза.
Какая зараза. Летели к ним, давайте тогда к ним полетим. Я же вам не покажу. Они, наверное, ваши деньги, что я летаю. И где они теперь? Давайте сбежим, что ли? Ой-о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 й
Прикол. Ну давайте сбежим, что ли. Давайте выключим нахуй. Просто я сбежала. К друзьям. Ладно, ребята, если вам понравилось это видео и понравилось, как я засунул маму и папу в дом рыбного человека, то ставьте лайкосы. Ну, это была игра Schoolboy Runaway. Спасибо за просмотр и смотрите мои другие ролики. Всем пока.